Добрый вечер, господин Гаивов. Скажите, в чем вы видите причину неудачи вашей команды в сегодняшней игре? Знаете, были сложные вопросы, но большинство вопросов было играбельных, как сказал ведущий. Мы неплохо обсуждали, но не хватало какого-то последнего хода. Были пасы, но они не ловились. То есть вот если сравнить с футболом, да, в середине поля команда играла хорошо, но последнего завершающего удара не было. И не было последнего паса, чтобы бомбардир вышел на ударную позицию и забил. Скажите, есть ли какой-либо кризис в игре команды? Нет, я не думаю, я не вижу, потому что, в принципе, игра была, и я думаю, что у нас будет еще возможность в этом году доказать, что мы можем играть лучше. Хафиз, в сегодняшней игре вас признали лучшим. Скажите, пожалуйста, каково это быть признанным лучшим в игре, в которой команда проиграла? Какие чувства испытывает знаток? Естественно, чувства противоречивые, и даже мне было даже смешно, потому что я никогда не получал приз лучшего игрока за такое количество неправильных ответов и неправильных версий. Приятно, конечно, когда оценивают, но это, то есть оценка усилий, но не результата, скажем так. Результат, я думаю, придет уже в этом году. Как вы думаете, какие шаги стоит предпринять команде для исправления ситуации и выхода из сложившейся ситуации? Ну, как всегда, тренироваться, но, возможно, с упором на командные действия. Больше сделать упор на командные действия, а не на озарение отдельных игроков. Большое вам спасибо. Желаю вам как можно скорее вновь сыграть в телевизионном клубе. Спасибо.